Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем дальше трэш. Забрал я Battle Pass. Я так его называю. И сейчас я попробую. Что-то за плюхи пришли. Попробую добить. Это, наверное, с этого. Добить дальше и посмотреть, на каких плюхах я уже получу. Что-то показывает 18-й, непонятно, знаете, каким образом. Непонятно. В общем, поехали. Заходим сюда. Ну и, соответственно, все так же. Выкидываем всех героев. Надо набить больше 50%. Нормально. Он показывает 18 уровень. Непонятно вообще. Или это забирать не хочет. Странно. Ну давайте будем добивать. Пройдем, посмотрим, что у нас получится. 33 дня идет. То есть за 33 дня, думаю, можно и за сутки зафармить это все дело при желании. Воу-воу-воу-воу. 45% сейчас минус, наверное, уйдем, скорее всего. На 30-го напал. Да, минус, видите? Интересно. Ну, можно сколько хочешь бегать, я так понял. Вот тут вообще 37 дали. Интересно, сколько ж тут попыток. Так, тут 40 забрали. Поехали дальше. Интересный новый герой, честно говоря, очень нравится. Его щит, конечно, отхил дает. Обалденный. Странно, что-то не дает забирать плюхи. Так, мы тут вот пооткрывали. Это, походу, этот Battle Pass открыл нам за донат все. Показывает 18-й. Места вроде хватает. Мы освободили место. 32. Может, надо действительно больше. Давайте сделаем побольше. Я фиг его знает, конечно. Ну, хоть какашки сейчас сделаем. Такс. Сейчас штук 50 откроем. Ну, я не знаю уже, что делать. Вот видите, показывает, что есть 18-й этот, а плюх реально не дает. Непонятно. Ну, давайте попробуем еще пофармить. Места уже более чем достаточно. Может, тут каждый день, наверное, надо выполнять задания. Хотя, в принципе, нам дало сразу же за несколько дней. Без проблем. 470. Давайте попробуем до 700 запить. Заодно и проверим. Ну,
Ну вот можно так забегать, без проблем набивать. Я не знаю, какой смысл вообще эта локация в себе несет, если можно так быстро проходить это все. Блин, опять минус будет. Минус 9. Герои не умирают. Странно. Вот 19-й пас, уже 28 наград. Почему я их забрать не могу? Вот самый главный вопрос. То ли баг, то ли хрень какая-то реально. У нас получается. Я уже не знаю, сколько места еще освободить. Давайте еще больше освободим. По максимуму, что у нас есть, можно посливаем. Так, ну это мы пооставляем. Кое-что не надо, посливаем. Дюжились, таланты сливаем. Ну, 30, надо 60 освободить. У нас, в принципе, где-то около того уже есть. Вот 60 освободил уже. Все равно не дает. Короче, я даже не знаю, что делать. Ну, реально смотрится как будто просто места не хватает. Но по сути-то места у нас уже хватает. Типа мы вот открыли 20 до 20 уже открыли, а плюхи сами получить не можем. А почему, непонятно. Но еще попробуем сейчас эту нижнюю шкалу добить. 600-700. Может, в этом проблема. Или 4-5 это максимум за день, что можно забрать. Пооткрывать можно сколько хочешь. Может, так они сделали, типа, чтобы за день все не забрать. Может быть, из-за этого. Но больше я причин, честно говоря, не знаю. Вот так вот можно бегать 700.
Ну вот максимум 700 тысяч. А, тут еще рейтинг какой-то есть. Вот так вот еще и рейтинги здесь есть. Можно 800 получить значков за первое место. 1310. Это записи. Короче, все круто, но почему-то я не могу забрать этот скин. Не знаю почему. Произошел такой баг. Ну, надеемся, что его исправят. Попробую сейчас перезайду в игру. Может, даст с перезахода. Все равно не дает. Не знаю я, короче. Пишите в комментах, у кого что в этой локации, кто брал донат здесь. Но я, по сути, пока не вижу возможности забрать. Видите, оно дает дальше на следующих, чтобы качать. Но не более того, оно не дает забирать плюхи. Вроде тут ничего такого и нету, но, к сожалению, пока не дает. Или может это надо дойти до 20-го. Мы до 10-го не дошли, чтобы забрать. А ну зайдем в скины, сейчас глянем. Может, она автоматом нам дала уже. Видите, пока нет возможности. Не знаю, в общем, вот так вот. Пишите комменты, кто дошел дальше. Всем удачи, всем пока.